Всем большой привет! Сегодня хочу протестировать вот такую вот маску. Получил ее в подарок при покупке продукции Nivea в магазине «Подружка». Вот так вот она выглядит. Уже я пробовала один раз ее, но не очень хорошо ее поняла. Решила протестировать повторно вместе с вами. Давайте с вами посмотрим, что о ней пишет производитель. Ну, более подробно, конечно, вы можете почитать в интернете о ней. Под видео также напишу короткую информацию. Маска для лица Nivea Urban Detox. Увлажнение и детокс за одну минуту. Инновационная маска для лица с супер ингредиентами. Она нам что дает? Снижает негативное воздействие окружающей среды. Обеспечивает коже детокс, дарит глубокое длительное увлажнение, заметно выравнивает тон кожи, освежает ее, придает более здоровый и внешний вид. В общем, все, что как бы нам, в принципе, нужно от любой маски. Маска идет в таком тюбике, объем 75 мл. Как ее использовать? Используем ее на очищенное лицо, избегая области вокруг глаз. На одну минуту оставляем, затем аккуратно массирующими движениями втираем оставшийся продукт в кожу лица, либо удаляем остатки ватным диском. При желании можно оставить до 5 минут для наилучшего воздействия. Первый раз, когда я ее использовала, в принципе, мне она понравилась. Она мне напомнила любой увлажняющий крем от продукции Nivea, словно вы ее наносите. Но, как написано при применении, что после использования не нужно его смывать. Для моей кожи, моя кожа имеет комбинированную структуру, склонную к жирности, но в зимний период она становится чувствительной, местами суховатой. В общем, оставлять на коже я ее как-то не особо захотела. Но не знаю, как дальше пойдет. Давайте с вами все-таки посмотрим, что она из себя представляет. Имеет она вот такой вот голубоватый бирюзовый оттенок. Приятный аромат косметический, как у многих продуктов Nivea. Буду наносить пальцами. Вот такое вот количество я выдавливаю. И буду распределять по коже. Смотрю сейчас в зеркало. Знаете, мне очень нравится аромат. Аромат очень приятный. По ощущениям, когда вы наносите эту маску, она ощущается, словно вы наносите увлажняющий крем. Мне нужно еще дополнительно нанести. Не хватило мне на все лицо. По мере использование я буду, конечно же, смотреть, стоит ли мне ее смыть, либо оставить на поверхности кожи и просто протереть, допустим, ватным диском, как нам и рекомендуют. Также обязательно не забываем про зону области шеи. Очень необходимая часть. Делаем небольшой массаж. Запах мне очень-очень нравится. Все. Нанесли маску. Будем ожидать минуту. Ну что, давайте подводить наши итоги по поводу вот этой маски Nivea Urban Skin Detox Mask. Вот такая вот синенькая, которая рассчитана на использование в одну минуту. Я ее, пока находилась в душе, использовала 5 минут.
как бы одной минуты мне показалось, что недостаточно. Я использовала ее 5 минут, повторюсь. Первый раз я использовала ее и смывала. И, можно сказать, я не получила никакого вот итогового результата. И решила использовать ее, не смывая. В принципе, как нам и зарекомендовано, что после использования ее стоит просто промокнуть салфеткой, ватным диском, что я и сделала. Кожа очень нежная, очень увлажненная, хорошо напитанная. Я ее порекомендую тем, кто использует часто макияж и хочет вот очень быстро привести вашу кожу в очень хорошее состояние, когда вам очень нужна увлажненность. В особенности она очень хорошо подойдет для обладательниц сухой кожей, нормальной. У меня комбинированная, склонная к жирности, но чувствительная и немного в местах суховатая в зимний период. И мне эта маска очень хорошо даже подошла. Я на себе ее ощущаю, словно я нанесла очень хороший такой питательный крем с увлажняющим эффектом. Так что, в принципе, могу сказать, что эта маска Nivea мне понравилась. Я знаю, что есть несколько других масок другого цвета с другими результатами после использования. Возможно, я попробую, если увижу в продаже. Данная маска мне понравилась, могу ее рекомендовать. Так что, кому было полезно это видео, интересно, пишите в комментариях ваши отзывы, подписывайтесь на канал и всем хорошего дня!